Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смёб, и сегодня я вам покажу свой, так сказать, машину свою, которую я построил за часа 2-3, где-то так. Итак, давайте зайдем. В салоне у нас есть педали, всякие рычажки, там все такое. Давайте перейдем к функционалу. Давайте проедемся на этой машине. Ну, то есть, ну, в принципе, стандартная проблема. То, что ее чуть-чуть подкашивает, но... очень даже нормально едет. Давайте, есть у нас ручник. Ставлю на ручник. И пытаюсь ехать. Ну, получается, но прям очень плохо. Как видите. Убираю с ручника, едет. Эта кнопка переключает режимы. Вот тут. Эта кнопка включает радио. Четвертая кнопка открывает вот капот. Давайте посмотрим, что у нас за двигатель в машине. Вообще вот так это все выглядит тут. Ну, не очень сложно. Вот так выглядит двигатель. Их тут два. Один на передний половину задних колес, второй на вот эти колеса. Вот так вот я это все украсил. Это переключатели для дверей. Это зад машины тут. В принципе, ничего такого. Давайте это все вручную выключим. И давайте покажу салон. Сверху у нас есть вот такие вот чеки. Тут тоже такие же. Ну, почти поменьше. А дальше вот кровать тут. Кровать такая вот. Тут у нас подставка для стаканчиков. Свет. Тут у нас полка. На ней лежат газетки. Ну и в принципе это весь салон, я думаю, очень нормальный. Тормоза тут стоят, вот они. Это поршни. Все, я думаю, на этом мы можем закончить видео, потому что я показал машину. Итак, ребятки, я забыл вам сказать, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я пойду кушать чипсы.